Вечернее шоу. Настоящий Казанова, наш Мавиш. Наверное, принцессу обрюхатил, потому что у них все внутри происходило, мой муж видел. Сейчас он пытается привлечь внимание Шекер. Мавиш! Эндер повесил вот здесь вот это домик. Приготовился. Посмотрите, баксаны я пирожки. Гюрдун мы сен мави. О, гермек и сьор. О, бой. А? И сьор. Она хочет залезть. А он и это. Ортадаки. Нерде? Баксен? Какие они у нас сладкие. Шекер. Не я пьёрсон. А гермек истер. Он же кулай герды. Какая у них интересная жизнь. Клеточная, я не знаю, мы уже на балконе. Выпустим их или нет. Не находит общий язык. Мавиш! Мавиш! Чики-чики, Мавиш! Как же мне сегодня было приятно читать сообщение одной подписчицы. Она говорит: Светлана, я сколько за вас уже с вами? Несколько лет, больше трех. Не помню точно сколько. И вы раньше, говорит, смотрела, как вы убирали. Вы, говорит, сейчас не показываете. Вы понимаете, какие у меня есть, мои дорогие девочки, мальчики, которые со мной на протяжении стольких лет. И вот я решила показать вам, как я убираю, видите. Как я убираю. Пасха скоро, да, будет у нас пасочка. Я не буду печь пасочку. Яички покрашу. Вот. Куличи не буду печь пасхой. Творожное, а я куличи не буду печь. Я, будет зато у меня порядочек. Смотрите, какой у меня порядочек. Вынесли мой стол на балкон. Тут я руками перемыла. Здесь тоже надо все разобрать, перемыла вот эту посуду. Наверх надо шкаф, поэтому ждет Ашкыма. Стирка постирана. Вот, помыла. Очень удобная швабра. Смотрите, мы купили же швабры вот такие, да? И старые я выбрасываю. Выбрасываю старое одеяло. Вот. Давно с вами не общалась, именно не болтала на семейные дела. Что именно у нас... хочу, знаете, вам поделиться с вами такой тайной. Моему мужу пишет бывшая его жена. Она счастлива, что муж начал общаться с дочкой. И она счастлива. А я сказала, а мне-то пофиг, что она счастлива. Блок ее. А он говорит, блок нет. Вот, вот такие делишки у нас. А, ну, я сказала, ты сам знаешь, кого блок, кого нет. Тогда мне не интересно вообще, что она счастлива. Вот. Вот такие бывают коварные. Главное, суд у него в июне месяце, и она счастлива. Там гадости делает, а там это. Но у каждого, у него сейчас желание, у моего мужа, помириться с сыном, да. Это для него боль. Дай Бог, чтобы это произошло, чтобы... Но она сказала, что с дочерью контакт налажен, теперь надо с сыном, ну, время надо. Сначала настроила детей так, до посинения, а сейчас, естественно, нужно время, правильно? Но будем ждать это время. А я занимаюсь уборкой. Прохладно у нас, мне пришлось одеться. У нас все, видите, пустое. Воду пьем. Ну, это что пьем? Воду. Готовлю я с этой водой. Естественно, ей надо все убрать. А почему мой муж не взял коляску? Ведь сегодня у нас базар. Я так вкусно поела, уже не снимаю это видео. Потому что не вижу смысла вам показывать. Вот. Вот так вот я мою полы. Кто хотел... Показываю.
Вот такие вот дела, мои дорогие зрители. Какое замечательное событие, посмотрите. Птенцы вылупились уже. Вы видите? Я смотрю, снимаю видео для сторис. И она что-то улетела. Потом посмотрела это видео. А яиц-то не видно. Испугалась. Но она сидела, голубка. Птенчики уже вылупились. Какое счастье. Это какая хорошая примета. Благодарю Бога и Вселенную. Я очень рада. Такое у нас здесь окно классное. Здесь можно запросто делать йогу. В пижамке я стою, мои дорогие. Пойду выпью кофейку. Нет, сначала выпью уксус. Пошла посмотреть, как мои птичечки там. Здесь, видите, я тоже посеяла. Посмотрим, они примутся. А эти жалею, что я сейчас их подрезала. Вот видите, как они отсюда начали расти. Это такой халюсенький тоже цветочек. Еще что мне нравится. Вот это тоже, да, приходит в себя. А эти умерли и ожили. Вот цветы, да. Вот этот я купила последний раз, денежный. Ой, это немчик мне дало такой красивый. Этот заболел, видите? Я не знаю, это тля. Ничего с ней не сделаешь. Вот надо оставить, она сдохнет и опять появится. Бороться нет смысла. Всем привет, мои дорогие. Смотрите, какая у меня чистая духовка, что видно, что я одела. И такие же яркие эти. И покажу вам потом. Смотрите, сейчас главное, что я готовлю кушать. Такие вчера огромные купила шкыму грибы. И они так сузились. С моцареллой. Грибы с моцареллой. Здесь я приготовила салат. Будет кушать муж, будет, не будет, нет. Это моя тарелка порции. Вот я хочу сегодня именно салат. Пока резала, поела много. Это соус под салат. Здесь сметана, горчица, пряности и йогурт. Здесь у меня вот такой шикарный суп креется. Мой суп рисовый, да? Тут 150 грамм моцареллы и с другим сыром. И рис из цветной капусты. Вот. Здесь у меня кабачок с сердечками или с пупочками. А сегодня я решила пожарить вот такую ляшку. Сейчас я ее порежу, в этот салат брошу. Вот так вот я захотела. Моя душа вот так захотела. Здесь у меня что? Здесь у меня очень много зелени. А, вот такие грибы. Хочу показать вам грибы. Огромные. Купил вчера мой муж. Вот. Это у нас сюзьме йогурт очень вкусная. Ну, не буду показывать. Моя капуста квашеная приходит в себя. У меня и стирка. Я разбираю свою комнату. Разбираю комнату своей фотографии. Хочу поменять здесь ковер, так как у меня гости приезжают из Красноярска. Так, а вот и я красивая женщина. Красивая, стройная женщина. Сегодня решила одеть малиновые колготочки. Вот такую кофточку, которая на мне была очень мала. А сейчас она так вот. Я сделала зарядку. Я сделала зарядку для гимнастики. Я сделала йогу. Зарядку для гимнастики я сделала. Йогу и гимнастику для лица. Вот. Занимаюсь делами. Замечательный день сегодня. Просто обалденный. Дорогие мои подписчики, какой это вкусный обед. Грибы с сыром. Обалдеть. Просто обалдеть. Маслица, видите, как грибочки. Моцарелла, еще такой другой сыр. Вкусненькие, прожарились. Только что разговаривала с мамой. Я кушала в этот момент. И она говорит, ты так кушаешь аппетитно, что мне захотелось. Показала
что я ей приготовила. Она говорит: Вайме, сколько, говорит, у тебя еды. И грибы. И салат съела целую тарелку. Смотрите. Это все я поела. Вот этот салат. Не так уж много. Смотрите, курицу оставила мужу. Суп поела. Вот так я кушаю, мои дорогие. Вот. Вот это надо доесть каким-то образом. Салат остался. Вот так я люблю себя. Добрый вечер. Еще раз привет, с праздником. Какой день сегодня непредсказуемый. Я же говорила, какой-то прямо благополучный. Все замечательно. Я купила курс клуба «Новой жизни». С такой хорошей скидкой. С очень хорошей скидкой. Купила я. Он стоит 30 тысяч, а мне обошелся по 6. Понимаете, как можно было не брать? И вот. И пришел мой муж и говорит: пойдем погуляем. Пойдем. Мне так обрадовалась. И вообще я не сделала то, что планировала. Начала разбираться там мои нейрографики. Вот так я оделась. Смотрите, у меня такая маечка есть. Ну, все перспектива такая. Цвет. Немножко надо меняться. Зря не могу показать вам. В брючках я таких нахожусь. Все, выхожу. Так соседи ко мне относятся. Где мое интервальное голодание? Скажите. Пропало? Мои дорогие подписчики, я начала кушать сладкое. Так что я скоро наем свои щечки. Не будет у меня морщиночек. Смотрите, там сидят наши друзья, Вашки. Мы идем на концерт и решили зайти в туалет. Ну, как... Какое красивое место, да? Ресторан. Естественно, стыдно не купить ничего. Купили мороженое, я сказала. Окей. А еще мы купили пиво, будем пиво пить. Вот так вот, Светлана. Муж такой счастливый. Для себя я сказала: нет, был бы конец нашему счастью. Я так серьезно говорю. Поэтому, друзья мои, я почувствовала, что надо сдаваться. Иначе то, что строила годами, оно бы как хрусталь. Растрескалась, пошла, и все. Я это почувствовала. Идем на концерт с пивом, с орешками. У меня сегодня замечательный день. Я купила сегодня на 6 месяцев курс новый, очень дорогой. И я говорила, что у меня попался со скидкой. Поэтому я решила себе расслабиться. Я заработала хорошо, и надо расслабиться. Что-то челочка мне сегодня. Паски чешутся от такой порции сладкого мороженого. У меня аж все зачесалось, наверное. Так классно, друзья мои. Все идут на концерт, посмотрите. Молодежь, день молодежи сегодня. Вы меня извините, когда вы это видео посмотрите, но вот смотрите, сегодня я вам не смогла открыть видео, потому что я здесь с вами снимаю материал вам. Говорят многие, что запаздывает. Ну а что делать? По-другому никак. У многих запаздывает. У меня же не новости дня, чтобы я точно-точно в этот же день выпускала, в эту же секунду. Как все спешат, молодежь. Смотрите, молодой певец будет, девчонки раздетые такие. Хорошо, что я взяла курточку, потому что прохладненько вечерами. Сегодня хотела привести в порядок свой кабинет, и не получилось. Пока поработала, пока туда-сюда, и время прошло так. Тут Ашкем предложил, говорит: пойдем, говорит, на, прогуляемся, говорит, я тебя угощу пивом. Ну, я уже не могла сказать нет, потому что он бы сказал: так езжай ты.
к своим трезвенникам, деточкам. Стыдно было, и стыдно. Вот. И пришлось согласиться. Вот сейчас мы пойдем. Пиво он купил, и будем концерт слушать и пиво пить где-то. Смотрите, что здесь творится. Гириш капуса, нарезка гириш капуса. Все зажгли. Видите вот эти вот свет? Это они зажгли все телефоны. Видите, как красиво? Смотрите, какая очередь молодежи. Это она хочет сейчас зайти сюда внутрь, на концерт. А некоторые вот сели здесь, видите? Умные люди. Чтобы попасть вовнутрь, какая очередь. Он тоже пришел на концерт. Не начнется никак концерт, друзья мои, за вас. Сирке надо. Друзья, мы до сих пор гуляем. Пришли покушать ночную чорбу. Бля, сейчас ты что задаешь? Да, давай. То есть? Воды. Потом сюда лимон. Пол 11-го. Мы посидели, выпили пивка. Ну, господи, мне это пиво кайф не принесло. Ну, ради мужа что не сделаю, чтобы он был счастлив. Посмотрите, какой он счастливый. Когда жена его поддерживает. Принесут чорбу, покажу вам. Teşekkür ediyorum. Oraya da aynı şekilde. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Çok süper. Приятного мне аппетита, друзья. Ondan sonra böyle. Ondan sonra böyle. Sarımsak mı? Hayır, bu şey. Karabiber. Biber, az bir şey. Ondan sonra bu sirke, az bir şey. Aşkım hep batat. Az bir şey. Короче, мы будем есть такую чорбу. Az bir şey. И всему чорбая? Келепоче. Келепоче. Поче? Пача. Пача. Келепача. Келепача. Приятного аппетита нам.